Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи. Сегодня в данной отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных. В канун профессионального праздника Дня Российской почты в администрации района состоялось чествование лучших сотрудников Управления Федеральной почтовой связи Республики Адыгея. Глава Заур Хамирзов поздравил работников отрасли и поблагодарил их за ежедневный труд. День почты. Вот от души мы с Александром Валентиновичем вас поздравляем. Здоровья, терпения, успехов. Вот работа почтальона, она очень ответственная и очень тяжелая. Вот реально тяжелая. Но все равно она очень востребована и очень нужная, поэтому я вот от души вас всех поздравляю. Вот позвольте вот вручить вам награды. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей почетные грамоты главы района были награждены Асланхан Шорова, почтальон аула Бличепсин, Базет Дагужиев, почтальон аула Егерухай и Светлана Кожева, почтальон аула Кашихабль. Затем всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил председатель Совета народных депутатов Кашихабльского района. Ну, тоже хочется присоединиться к словам Заура Скрибича, от души пожелать вам ваш профессиональный праздник, наверное, терпения, действительно достойной, хорошей зарплаты, большего, наверное, внимания со стороны руководства Почты России. Всего хорошего, здоровья вам, благополучия, всего самого лучшего. Ваш профессиональный праздник. Александр Брянцев также наградил почетной грамотой ряд сотрудников, а именно начальника отделения почтовой связи аула Кашихабль Елену Пшунетлеву, начальника отделения села Натырбово Галину Прокопенко и Нуржан Таову, начальника отделения поселка Дружба. Следует отметить, что подобные грамоты от главы района сегодня получат все работники данной сферы. Грамоты им вручат главы поселений на местах. В свою очередь, награжденные поблагодарили главу района за внимание.